канале Top Family Life. Сегодня мы приехали тоже на такое историческое место. Достопримечательность. Да, достопримечательность, да. Семрук, деревня называется. Она не жилая, она была построена чисто для съемок фильма «Зулейха». И декорации эти все остались. Вот мы приехали посмотреть на это место. И вам покажем. Да. Вот мы подходим. Построена эта деревня на берегу реки Кама, Камское устье здесь. Такое ощущение, как будто на море находимся, другого берега даже не видать. Вот и деревня сама начинается. Построена она была за 3 месяца буквально, чисто для съемок. Но съемки фильма прошли, а эта деревня как декорация еще осталась. Построена она как под историческую татарскую деревню. Вот мы заходим. Народу, конечно, тоже тьма. Ну, выходной день. Как всегда, выходной день. Народу здесь очень много. Рыбачу. Нельзя, значит, заходить. Нет уж, наверное. Иначе бы там давно бы уже поселились бы какие-нибудь забулдыги. Которым, в принципе, не стоило бы даже покупать недвижимость. Тут целый двор. Живи не хочу. Кстати, мне показалась форточка, как будто там открыта. Замир у нас сегодня упускает возможность посмотреть всю такую красоту. Кстати, для чего эта вышка? Это как пожарный, наверное. Наверху как будто бочка с водой. Может, сигнальный какой-нибудь. Просторы, конечно, красота, они собирают. Смотри, кстати, а дом какой интересный. Стену сделали, да-да. А там, если видно через окошки, то там лес. О, местный клуб. Сейчас посмотрим. Сейчас заходим за этот дом. Ого! В общем, сделали все внешнюю часть, ага. А внутри, получается, как бы осталось вон без изменений. Ничего ремонтировать не стали. Идем дальше. Семнадцать построек здесь. 17 строений. Всяких разных. Это какой-то вход во двор, что ли, или выход? А да, зайдем туда?
Что это такое? Мы оттуда сейчас тут обошлем. А, просто это ворота? Красота. Волшебное место. Мама пошла у нас в воду. Здесь прям скалы. Да, это обрыв прям. Снимайте обувь. Пройдем по воде. А вот и пройдем там, смотри, купаются. Что там еще есть? Давайте пройдем. Давай. Кстати, ноги уже привыкли к такой воде. Вообще супер просто. Везет людям, у кого рядом находится море. А сюда мы приехали тоже за несколько километров. Но ради такой красоты, мне кажется, можно. О! Вижу подобие плота. Что-то, видать, пытались смастерить плот. Отлично. Давай еще, Ренат. Привет. Упал грузом вниз. Чё? Вот это волна. Волна какая! А здесь говорят, вообще такое место волшебное заряжает это место. Па, смотри! На бушке. Два. Осмотри,
На какое название похоже? Да, там что-то дырочки искал. Сейчас, это в другом. Что можно продумать? Какого будет не хватает? Семь рук. Ес убрать и ем руку. Семь рук. Дырочка была в другом доме, по-моему, там. Это вообще прикольно, потом стоял. Вон он дырочка. Вот это да. Вон дырочки, вон. Вон. Я хочу тут. Ничего не видно, отражается. Там деревянные полы, смотрите-ка. Там столик стоит. Печка. Лавочки. Наш русский народ везде найдет ходы и выходы. Сейчас хотим пройти туда вот к мостикам. Там всегда народ. Тоже классный вид. Вот куда сейчас можно зайти. Слан. Типа конюшня. Может не типа, а есть конюшня. Залезу на второй этаж. Тебе все надо залезть куда-то? Все надо куда-то залезть. Нет. Приключения хочешь себе на попу найти? А, нет. Но залезть хочу. Я хочу на второй. Мы уже на мостике. Очень классно здесь. Да, все те же красоты. Приналь у нас замечтался. Это тоже какой-то мостик, видать, был. А как в таких пейзажах мечтать? А дальше, вон там дальше, находится местный пляж. Но до него очень далеко и не видно особо. И мы туда не пойдем. Очень уж далеко идти. Это заключительная точка, где мы прошли. Все прошли? Да, всю деревню. А что здесь? 17 построек всего. Все пока прошли. Я все рассказываю, Наль мне кончится. Передает, я освободился. Нам такая рука. Подожди, пожалуйста, у меня то сердце прям это обрывается, когда ты к краю подходишь. Да. Мы еще, наверное, сейчас думаем, наверное, помочь им ножки, да? Да. Окунемся. Да, окунемся. Ну, пошли. Хоть вода и холодная, но люди купаются. Но мы не рискуем купаться, поэтому только чисто помочь им ноги. Мы помочь им ножки, да. И поедем домой. Надеемся, что вам понравилась экскурсия по нашему историческому месту. Тут еще есть какие-то постройки, домики. Это, наверное, какой-нибудь жилой дом уж, да? А дай сюда, пойдем посмотрим. Либо баня, может, какая-то, смотри, кого-то. Окошки маленькие. А где? А вход, наверное, с другой стороны. Нет, а мне показалось, что входа там вообще нет. Я поэтому подумала, что он с другой стороны.
заплатим. Сейчас все заплатили. Ну вот такая деревня. Декорации для фильма. Хотя фильм мы этот не смотрели, даже не знаем, если честно, вышел он, была ли премьера этого фильма. Даже не слышали, кстати. Ну вот, есть повод посмотреть. Да, посмотреть. Узнать. Обычно люди до поездки смотрят, а у нас все наоборот. Но мы узнали просто про это место. Тоже. Узнали, что здесь фильм снимался. Ну, теперь же мы на месте побыли. Теперь же можно посмотреть фильм. Узнаем мы в фильме эти места. И скажем, мы здесь были. Ну, вот мы и все просмотрели. Все показали. Было все интересно. Да, очень даже понравилось тоже. Теперь все, в обратный путь домой. Не зря мы сюда выбрались. Надеемся, что вам тоже понравилось. Всем пока. Все оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.